Руки за спину! Информация о том, что 27-летний житель Тольятти торгует наркотиками с помощью закладок, поступила оперативникам в марте. В ходе оперативных мероприятий сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Самарской области совместно с коллегами из Тольятти при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» задержали подозреваемого во дворе одного из домов на улице Льва Яшина. Во время обыска в присутствии свидетелей при нем были обнаружены 6 свертков с неизвестным порошкообразным веществом серого цвета. Экспертиза показала, это героин. А задержанный, который, как оказалось, ранее уже был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков, сообщил, что привез героин из Свердловской области, чтобы продать в Тольятти. Возможно уголовное дело по признакам преступления части 3 статьи 30, части 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция за преступление по данной статье предусмотрена в виде лишения свободы сроком на 15 до 20 лет. Всего с начала 2021 года в рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» на территории региона изъято более 2 килограммов запрещенных веществ. Выявлено 126 административных правонарушений, из них 111 – за употребление наркотических и психотропных веществ, 10 – незаконный оборот наркотиков, 5 – употребление наркотических средств в общественных местах. Только в октябре в полицию региона поступило 53 сообщения от жителей о фактах незаконного оборота наркотиков. Удалось выявить и заблокировать 5 интернет-ресурсов, распространявших информацию о наркотиках. О фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112. Виктория Шарая, «События».